Пусти-ка. Что-то маловато в этом году малины. Ну что ты так мучаешься? Не нажимай на... Убить тебя за это мало. Смотри-ка, а твой старик стал еще мудрее. А ты еще толще. Сколько же лет мы с тобой не виделись? Лет 5, наверное. Да, может, и все 6. Дружище, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. На память. Ребята, этот симпатичный толстячок мой друг детства. В школе на одной парте сидели. И в одном дворе играли. А теперь у него своя усадьба. Признавайся, у тебя в Америке богатая тетушка объявилась. Если бы ты не был моим другом, я подумал бы о тебе, знаешь что? Юбиляр. Что с тобой? Юрис. Счастья и любви юбиляру. Всех благ от души юбиляру. Пусть цветами и стихами будет жизнь твоя полна. Розами и соловьями пусть украсится она. Заклеена. Я вам расскажу мой сон. Я в сны не верю. Тещи моей боюсь. Ох уж эти неореалисты. У вас случайно не завалялась пара тысяч рублей? У тебя неприятности? Ты меня что, пригласил, как друга или как юриста? Если б ты знал, какие тут грибные места. Малины столько. Домашнее малиновое вино. От одних ароматов умереть можно. Здесь такая тишина, покой. Ни одной живой души вблизи. А волков не боишься? Иные люди подчас бывают страшнее волков. Послушай, Гирт, поживи у нас пару деньков.
Как-нибудь в другой раз. Другого раза может не быть. Ну, чего же ты не радуешься? Я знаю, кого ты ждал, муженек. Поцелуй меня, ну, поцелуй. Идем в лес далеко-далеко. Там никого нет. Пошли. Пошли. Ну, Харалд. Дина, прекрати. Пошли. Ну, прекрати. Слышишь? Не валяй. Прочь! Не валяй, дурака. Прочь! Ненормальная. Прочь! Какой носик. Напугал нас. О, да что вы, не бойтесь, это всего лишь безобидный уж. Ах, Андрес, маленький баловник. Нехорошо так пугать людей. Не мучай его. Отпусти на волю. Ужи приносят счастье. Смотри, какой он красивый. Ему ведь хочется жить, мой мальчик, точно так же, как и тебе. Наш старый дом, нашу комнату в полуподвале. В подъезде воняло кошками. Да-да-да, в окно я видел только ноги прохожих. Девичьи ноги, Юрис, девичьи ножки, да-да. Сколько у тебя детей? Трое. Девочки. Крепыши, как я. Феноменально. Когда я был мальчишкой, разве я мог подумать, что у меня когда-нибудь будет свой дом? Не дом, а целый дворец. Слушай, ты что, нашел клад где-нибудь в пруду или в лесу? Сознавайся. Это все я купил у одного старого лесника. Буквально за гроши. Насколько мне трудов стоило привести дом в порядок? Тут же кулаком можно было стену пробить. Стройматериалы где взять, как взять? Рабочих найти, а печка? Никто уже не умеет класть печи. Крышу чинить надо было. Я уж не говорю о деньгах, все становится дороже. Ты правильно сделал, что купил. У нас столько заброшенных хороших хуторов, зачем им гибнуть? Пусть там живут люди, растят огурцы, помидоры, морковку. Да и горожанам нужно свое хобби. Мы все вышли из крестьян. У всех тоска по земле. Теперь
Тут будет жить мой сын. Здесь вода, лес, природа, свежий воздух. Он был тяжело болен. Нужна была операция, консилиум врачи. Ты не представляешь, во что мне это обошлось. Понимаю. Как у тебя на службе? Всяко. Знаешь, я 2 года занимаюсь одной проблемой – экономией металла. Сделал необходимые расчеты, хотел внести рацпредложение, внедрить в практику, но все как-то странно обернулось. Знаешь, что такое контакты? Что? Контакты. Контакты? Ну, связи, сотрудничество, блат. Контакты в аппаратуре. Контакты величиной с булавочную головку. Если с этой булавочной головки сэкономить миллиграмм, никто не заметит. Фух, дуновение ветерка. Но завод выпускает в день 2 миллиона таких булавочных головок. Какая получается экономия? Ну, скажем, 200-300 граммов добежит, а? Килограммы. Вот так контакты. Какие еще контакты? Ювелир, некрасиво так надолго оставлять гостей. Милая дама, прошу меня извините. XIX век. Секунда в секунду. 12:00. Я вставил новый механизм. У тебя всегда были золотые руки. Где ты достал эти часы? Говорят, они принадлежали какому-то графу. Япония. 20-е годы. Эту шкатулку Расма получила в наследство от тетки. Ее муж был капитаном дальнего плавания. О, тут целое состояние. Настоящий музей. Мне надо поговорить с тобой, Герт. Можешь меня здесь подождать? Я сейчас. Только принесу малинового вина. Договорились? Хорошо. Ушел. За вином. Не могу пить вино. У меня от него голова болит. Люблю старые дома. Антикварные вещи. И умных людей. Да, удивительный покой создают старинные вещи. А тех, кому они принадлежали, уже нет. Только бродят их духи. Кто бродит? Бродят духи. Мне
боитесь привидений? Недавно видел в фильме. В детективе? Да. Мне нравятся детективы. А мне нет. Прошлой ночью я видела сон, будто стою возле широкой глубокой реки и не могу через нее перебраться. Вы счастливы, Гирд? Моего юбиляра здесь нет? Нет. У вас в жизни, наверное, было много приключений. Таких жутких. Нет, он. Вы что, пьесы не читали? Леди Макбет заколол. Юрис пропал. Что? Юриса нигде нет. Я обошла весь дом. Муж пропал. Идемте искать Юриса. Идемте искать юбиляра. Юрис! Дверь заперта. Он не выходил из дома. Спускался в погреб за вином. И, наверное, упал? Юрис! Кошмар! Надо вызвать доктора. Пустите! Какое несчастье! Мертв. Нет. Нет. Ступеньки мокрые. Он поскользнулся и упал. Несчастный случай. Когда падал, ухватился за банку. И, наверное, она упала ему на голову. Ку-ку. Юрис. Что здесь происходит? Юрис разбился. Да бросил. Что за глупые шутки?
Вы первый сюда вошли. Дверца от погреба была открыта? Закрыта. То есть как? Да, закрыта. Но это абсурд. Юрис не мог ее закрыть. Я тоже так думаю. Погодите, что вы этим хотите сказать? Что это не несчастный случай, как вы тут утверждали. Юрис убит. Что за чепуха? Дверца не могла сама закрыться. И банка с малиной не могла сама упасть ему на голову. Идите все в столовую и не выходите оттуда. Да кто вы такой, чтобы нами командовать? Позвольте представиться. Майор милиции Гирт Рандерс. Так что, извините, придется меня слушаться. Какой ужас. Милиционер. Повторяю еще раз. Идите все в столовую. Бродили возле дома. Два таких подозрительных типа. Посмотрите, у вас все в порядке? У меня в машине сигнализация. Убийца может попытаться воспользоваться машиной. Да, все в порядке. Чего не хотели эти двое? Чего хотели? Ну, то ли пить, то ли дорогу узнать. Я была в саду. Пока я с одним говорила, второй пытался войти в дом. Слава богу, собака была не привязана. Выскочила, зарычала. Ну и оба убежали в лес. Дежурный, говорит майор Рандерс из Риги. Совершено убийство. Хутор Минжажи. Да-да, в бывшем лесничестве. Что вы сказали? Пожар в магазине. У вас там много еще работы? Когда закончите? Только к утру. Ну, хорошо, ждем. Что, ждать до утра? За это время убийца уже будет далеко отсюда. Не беспокойтесь, мы его поймаем. И я? Нет, ни за что на свете. Идти ночью в лес. Этого еще не хватало. А я в лесу, в чужом лесу плохо ориентируюсь. И я не могу. Да еще в темноте. У меня нога болит. И с головой что-то. Как бы завтра не пришлось лечь в больницу. Вам давно надо быть в лесу. Вы считаете это разумным? Ну, естественно, в лесу убийца может напасть на любого, даже на милиционера. В лесу никто ни на кого не нападет. Я с вами совершенно согласен. Ему лучше спрятаться. Ты ничего не понял? А что? Майор имел в виду, что убийца прячется не в лесу. Так где же он? Где же он? Может быть, он здесь, в доме? Вы думаете, что убийца один из нас? Да. Я именно это и имел в виду. Пойдем, я дам тебе успокоительное. Уложи ее в постель. Пошли, пошли. От вас этого можно было ждать. Вы что, правда считаете, что один из нас убийца? А может, мы все убийцы? Ну, конечно, кто-то из своих. Чужую собака была и подняла. И дверь была закрыта изнутри. Да, вы сказали на крючок. Окна тоже закрыты. Все логично. Вы нам ничего не хотите сказать? Я? Но я ничего не знаю. Как я Юриса умоляла, чтобы он не покупал этот ужасный заколдованный дом в этом ужасном глухом лесу.
Это окно раньше было открыто? Вряд ли. Кто из вас курит? Курит? Думаю, никто. Дамская сигарета. Cherchez la femme, как говорят французы, ищите женщину. Что вы на это скажете? Тихо, Джокер, перестань. Да. Никто не мог ни войти, ни выйти незамеченным. Собака бы лаяла как черт. Разве что убийца, человек, которого Джокер хорошо знает. А может быть, окно открыли специально, чтобы навести на ложный след. Ну, скажем, в доме находился соучастник. Он выпустил убийцу через дверь и закрыл ее изнутри. Полагаете, мы сами с этим справились? О, перчатка на клумбе. Это может нам пригодиться? Нет. Потому что в это окно никто не влезал, и никто из него не вылезал. А теперь, раз мы идем наверх, я понимаю, тебе сейчас не до этого. Соберись, дружок, и посмотри, все ли на местах в твоей комнате. Случилось? Деньги пропали. Какие деньги? 2000 рублей утром были, я сама видела. Что это за деньги? Мастерам платить. Юрис премию получил. Кто об этом знал? Ну как, все на работе знали. Здесь в шкатулке и лежали. 2000. Вы богато живете. Юрис хорошо зарабатывал, и у меня частная практика. Я неплохой зубной техник, так что клиентов хватает. Здесь, в лесу? Летом я отдыхаю. А почему ты сказала, этого не может быть? Что из-за денег? А из-за чего? Не знаю. И все-таки, Расма. Я не знаю. У твоего мужа были враги? Может, кто-то... из гостей. Ты хочешь сказать, что Юрис пригласил на свой день рождения человека, который задумал его убить? Но Юрис, тем не менее, убит. Харалд. Харалд работает на киностудии. Инженер. У него всюду связи, знакомства. Его жена Дина. Актриса. Все ее знают. Мы подруги. Альберт. Альберт когда-то работал вместе с Юрисом. Юрис помог ему с диссертацией. Его жена Ирен. Ну, Ирен, это Ирен. Виллис. Виллис. Коллега Юриса. Я его вижу впервые. Феликс. Начальник конструкторского бюро, где работал Юрис. Феликс нам много помогал, особенно когда болел сын. Этот дом нашел он для нас. Я во всем виновата, только я. Я уговорила Юриса пригласить гостей. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь увидел наш дом. Посмотрел, как мы живем. Не хуже других. Мы с Юрисом так старались, столько труда вложили. А зачем? Чтоб дикие звери любовались, да? Ты знаешь, все студенческие годы я ютилась в общаге. 6 девчонок в одной комнате. А у моей тетки в межапарке был 2-этажный особняк. Жила там одна. Антикварная мебель.
Хрусталь, фарфор, дорогие безделушки. Только она никого дальше прихожей не пускала. Я поклялась еще тогда. Буду работать, экономить деньги, голодать. Но у меня будет такой же дом, как у нее. Такой же. Уютный и большой. Впервые в жизни мой собственный дом. Юрис последние дни был чем-то расстроен. Он очень тебя ждал, Гирт. Ты ведь единственный друг. Близких друзей у него больше не было. Все остальные так нужные люди. Что, гражданин детектив, мы считаемся арестованными? Нет, пока нет. Нам с вами нужно уточнить, где и когда в последний раз видели Юриса живым. Я видел Юриса наверху живым. Когда это было? Я на часы не смотрел, но вы-то должны знать. Вы там были. Вы с ним вдвоем поднялись наверх колокольчиком. Потом Юрис спустился вниз за вином. Я весь вечер слушал музыку. Я ничего не слышал и ничего не видел. Да. Юрий сказал, что вино кончилось. Помнишь? И вышел в ту дверь. Да, но перед этим он говорил с Ирен. Я сидела одна в той комнате. Потом вошел Юрис. Было что-то около половины первого. Пойду за малиновым вином. Мы столкнулись в дверях, когда он выходил оттуда. Через полчаса его нашли мертвым. Ты куда? Принесу малинового вина. Роковые полчаса. Я последний раз видела Юриса. Он был вместе с вами, Гирт. Наверху у колокольчиков. Нам надо поговорить, Альберт. Сегодня на редкость теплая ночь, не так ли? Да, но я не это хотел от вас услышать. А почему вы закрыли дверь? У меня ни от кого нет секретов. Какие у вас были отношения с Юрисом? Какие были отношения? Никаких. Что вы можете сказать об остальных? О ком, например? Ну, обо всех. Ничего. Я не какой-нибудь. Что вы делали, когда спустились вниз? Вы думаете, что я убил Юриса? А я думаю, что вы. Вы не менее подозрительны, чем все прочие. И вообще, я имею право вам не отвечать. Конечно, конечно. Такое право у вас есть. Пока. Послушайте, Альберт. Завтра вам все равно придется отвечать. Не мне, а кому-нибудь другому. Разумеется, формально я такой же свидетель, как вы. Мне кажется, долг каждого честного человека помочь раскрыть преступление. Юрис ведь был нашим другом. Итак, вы спустились вниз. В гостиную и присоединился к остальным. В гостиную? Нет, это потом. А сначала я зашел в столовую.
Я сидел один в темноте, никто меня не видел. Так что у меня была возможность убить. И вы никого не видели? Дверь была закрыта. Я не подглядываю в замочные скважины. Может, что-нибудь слышали? Да, музыка гремела в гостиной. Я имел в виду в коридоре. Кто-то вошел в этот... Кто? Убийца, возможно. А в гостиной? В гостиной? Кто там был, когда вы туда вошли? Кто там был? В гостиной? Кто там был? Кто там был? Виллис убивался музыкой. Феликс сидел возле камина. Расма принесла кофе. Потом вошла моя жена. И Виллис, согнувшись, выбежал. Через минуту появился муж актрисы и сел рядом с хозяйкой. А через какое-то время вернулся Виллис с поцарапанным носом. В конце концов, я вам не швейцар, чтобы всех запомнить. Благодарю, Альберт. Вы свободны. Но я же не признался. Еще успеете. Вы зря теряете время. Преступника легче выбрать, чем найти. Мы же с тобой договорились, пижонка. Харалд. Да? Можно вас на минутку? Пожалуйста. Ну, милая, готовь сухари и теплое белье. Слушаю вас. Как вы с ним познакомились? С Юрисом? Угу. Ну, вначале познакомились наши супруги, когда были в Болгарии. Где наши туристы встречаются со своими земляками за границей? В магазинах тряпки покупают. В центре Софии есть классный магазинчик, где можно приобрести дубленку. Там наши жены познакомились. Потрясающие дубленки болгарского производства, темно-коричневые. И вдруг сказочный экземпляр, и дешевый. Жена мне ее купила, и что оказалось? Не моего размера. Я ее потом загнал. Между прочим, интересный магазинчик. Витрины хорошо оформлены. Продавщицы чудо. Высокие, ноги длинные, бюст, как у Брижит Бардо, загорелые. Одна была похожа на Дастина Хоффмана. Тутси, помните? А еще там дают кофе, да. Если ты что-нибудь купил, дают чашечку кофе по-турецки и к нему 50 грамм коньяку. Вы давно там были? Нет, в Болгарии я никогда не был. И Юриса тоже не убивал. Что вы делали в эти полчаса? Какие? Ну, с момента, когда Юрис вышел за вином, до того, как вы узнали, что он убит. А, был в гостиной. Вдруг спохватился, все испарились, только Виллис терзает музыку. Ну, ладно, думаю, поднимусь в спальню, посмотрю, что делает моя жена. Вхожу, никого нет, я прилег и заснул. Mm-hmm. И долго вы спали? Минут 10, может, чуть больше. Вас кто-нибудь видел? Нет, никто не видел. Почему вы спросили? Подождите, вам, надеюсь, не лезут в голову всякие глупости? Глупости не лезут. У вас нет алиби. Юрий жил эти последние годы, Феликс? Это были для него тяжелые годы. Мальчик болел, на работе не все ладилось. Отсюда подавленность, депрессия. Он хотел со мной о чем-то поговорить. Вы не догадываетесь, о чем именно? Нет. Юрий был моим лучшим другом.
в институте. И тут Расма. Расма мне очень нравилась. Мы познакомились на студенческом вечере. Юрис у меня ее отнял. Отбил. Я был готов его... Уже тогда я знал, что Расма не будет с ним счастлива. Так что, как видите, повод у меня был. У вас есть все основания подозревать меня. Но это было давно. Талантливый инженер. Мозги работают. Идеи, рационализаторские предложения. Молодчина. Но вы себе представляете промышленное предприятие, где, в общем-то, все нормально. План, как правило, выполняется, премии получают. И тут появляется человек, который хочет все перевернуть вверх дном. Фантазер. Ни плана, ни премий. Полгода, а может и год. Нужно это кому-нибудь? Бегал, носился со своими бумагами. Все впустую. Чем я мог помочь? Ничем. Так он и ушел за малиновым вином. А вы что делали в это время? К сожалению, был здесь вместе с Ирен. Потом мы пошли в гостиную. Вы там ничего не заметили подозрительного? Ну, разве что Виллис появился с царапиной на носу. Кстати, кто он, этот Виллис? Обыкновенный человек. Работает нормально, живет, как все. Вообще-то его Юрис не приглашал. Незваный гость, хотите сказать? Я ничего не хочу сказать. Что вы так нервничаете? Садитесь. Вы хорошо знали Юриса? Да, ну как же, Юрис был моим другом. Когда он пригласил вас на день рождения? Меня? Точно не помню, а что? Попытайтесь вспомнить. Честно признаться, специального приглашения я не получал, но Юрис не нравился, я уважал его как коллегу и вообще. И я подумал, поеду, поздравлю, сделаю ему приятный сюрприз. Ну, надо было сразу приложить что-нибудь холодное. Теперь будет синяк. Больно? Что вы делали эти 30 минут? У меня нет часов. Я сидел весь вечер возле музыки. Никуда не выходили? Нет. В какой-то момент я почувствовал, что мне нехорошо, что меня сейчас... И поднялся в спальню. Поднялись в спальню? Да, попробовал прилечь, но тут же сообразил, что лежа мне станет еще хуже. И уже если засну, то и вовсе могу опозориться. Ну, я отправился вниз, и вдруг... Что вдруг? Спускаюсь по лестнице, и что за чертовщина? Будто меня кто-то в спину толкнул. Я упал. А потом? Поднялся и поплелся дальше. Простите, в кухню вымыл лицо, руки. В ведре? В тазу. И пошел в гостиную. Даже не вытерлись? Вытерся полотенцем. Странно. Очень странно. Да-да. Меня тут один человек уверял, что спал в этот момент в той же самой кровати. Нет, нет, я спал один. Да? Спасибо. Я могу идти? Конечно. До свидания. Виллис, мне показалось, будто вы хотели что-то еще сказать. Нет, нет, я сказал абсолютно все. Я ничего не знаю. Ну-ну, ничего не знаю. Ира, давайте поговорим спокойно. Ну, например, где вы работаете? В космосе. В космосе? Серьезно? В ресторане. Я пою. А ваш муж? В телевизионном ателье. Что он там делает? Ну, как что? Телевизоры чинит. Что дома еще делать? Но он, насколько я знаю, инженер-конструктор. Был да сплыл. Разве на ту зарплату можно нормально жить? В ателье платят больше? А халтура? Частные заказы? Ну,
Теперь все накупили цветные телевизоры. Отечественные телевизоры ничуть не хуже японских. Только их надо уметь отрегулировать. Но не каждый это умеет. И сколько такое удовольствие стоит? 50-60. Да, ничего. Но не это главное. Главное, что деньги заработаны честно, понимаете? И ночью он может спать спокойно. Ваш муж был дружен с Юрисом? Спросите у него сами. А насчет ваших приключений? Каких приключений? Ну, после того, как Юрис ушел за вино в эти полчаса. Так, я сидела тут и листала журнал. Вдруг вошел Юрис. Который был час? Что-то около половины первого. Он вошел, сел напротив, так значительно посмотрел на меня и сказал: пойду за малиновым вином. Ну, я стала опять листать журнал. Но тут же появился этот скупердяй Феликс. И мы с ним пошли в гостиную. Феликс остался у камина, а я ушла в пустую комнату. Ну, за кухней покурить. Мой муж терпеть не может, когда я курю. Ну, а потом? Потом я поднялась наверх в спальню. Поднялись в спальню, хотели прилечь. В зеркало посмотреться. Здесь тоже есть зеркало. Там большое. Себя видишь во весь рост. Ну, посмотрелись. А потом прилегли на постель. Откуда вы знаете? Но всего-то на минутку. У меня закружилась голова. Угу. А в постели уже кто-то лежал. Да? Фу. Как вам не совестно. Меня уже двое уверяли, что находились в спальне именно в этот отрезок времени. Как это можно? В чужом доме лечь с кем-то в постель? Притом не с одним. Интересно. Возможно. А в спальне, к вашему сведению, никого не видела, никого не встретила. Жаль. Очень жаль. Почему? Потому что у вас нет алиби. Чего у меня нет? У вас нет алиби. Это во-первых. И во-вторых, Ирен, какого дьявола вы курите? У меня есть алиби. Именно поэтому, когда я вышла покурить. Это правда, что у вашего мужа и хозяйки дома... Романчик. Да, это правда. С мужем я познакомилась на киностудии. Я была молодая и глупая. Влюбилась в него по уши, как девчонка. Каждое утро он дарил цветы. Из отцовской теплицы. Тогда я верила, что эти розы будут всегда для меня одной. Розы, розы, только на мгновение. Вы так хладнокровны. Да. Я свои слезы и улыбки оставляю ролям. А в жизни разве стоит из-за чего-нибудь волноваться?
Мы всего лишь крохотные частицы мироздания. Вселенной. Какая изумительная ночь. Я знаю, вы думаете, что мой муж убил Юриса. Нет. Он не способен на такое. Поймите, он слишком... слишком... У вас болит голова? Мой муж ни на что не способен. Кто же тогда? Тот, на кого меньше всего падают подозрения. Прошла? Нет. Дело не двигается, что все опять заново. Да. И вы опять будете утверждать, что поднимались наверх в спальню. Ну ладно, поговорим как мужчина с мужчиной. Выдавать даму было бы свинством, не так ли? Мужчина всегда должен быть джентльменом. Я говорю, мужчина должен быть джентльменом. Да. Я на минутку вышел в кухню с Расмой. Что значит на минутку? Ну, я не смотрю на часы в подобных случаях. Разве у вас самого так не бывает, когда вы кадрите чужих жен? Послушай, ты, как ты смеешь лезть в чужие жизни? Хочешь нарваться? Ха, ни я первый, ни я последний. Насколько мне известно, если ты кому-то наставил рога, за это в тюрьму не сажают. А надо бы, специалист по рогам. Извини меня. Когда вы были с Расмой, Юрис случайно не застал вас вместе? Нет. А где был Юрис? В саду. Он выяснял отношения с этим, в белых брюках Албертом. В саду. После обеда. Я бы не удивился, если бы дело дошло до рукопашной. Ха. Альберт ревнив до чертиков. Из-за этой своей певички он даже срок отсидел. Его ревность доходит до анекдота. Альберт сидел? Да. А меня оставь в покое, если не хочешь неприятностей. Расма, какое-то время ты была на кухне. Одна? Да, что? Ты в этом уверена? Вполне. Нет, нет. Это неправда. Ты была с Харалдом, мужем актрисы. Это что, он тебе сказал? Нет, не он. Кто же? А, знаю, кто. Кабацкая певичка Ирен. А о том, как она вешалась моему мужу на шею, не сказала? Он этого даже и не скрывал. Такая веселая, общительная. Воображает, что все мужчины от нее без ума сохнут по ней. А мы с Юрисом давно чужие. Да, я была вместе с Харалдом, и мы любим друг друга. Но ты понимаешь, что из этого следует? Ты думаешь, я убила его? Юрис был для вас не просто знакомый. Почему вы от меня это скрыли? Юрис был очень одинок. Это было как-то зимой.
тот вечер я пила в ресторане. Вдруг вижу, сидит Юрис совсем один. Ну, подошла. Он говорит, если б ты только знала, как мне тошно. Я чувствую, ну, с ним что-то не так. Да вы не думайте, у нас с ним ничего такого не было. Встречались где-нибудь в городе, ходили в кино, ездили на взморье. Ваш муж об этом знал? Я прошу вас, не говорите ему. А то он меня просто убьет. За что он сидел? Он кого-то ударил. На работе. Вот как? Его спровоцировали. Он кому-то мешал. Любит говорить правду в лицо. И легко заводится. Они этим воспользовались. Правда в глаза. Кому это может понравиться? Что, если ваш муж только сегодня узнал о ваших отношениях с Юрисом? Он мог завестись. Гирт. Гирт. Я вас очень прошу. Я вас очень-очень прошу, пожалуйста. Иран, уйди отсюда. Если его опять посадят в тюрьму, он... Жальтесь над моим мужем. Умоляю вас. Уходи, говорю. Он такой же свидетель, как и все мы. Незачем его умолять. Иди. Что, вам еще не надоело? Ваша жена очень переживает смерть Юриса. Мою жену сюда, пожалуйста, не впутывайте. У вас больная фантазия. За что вы сидели? Смазал одному по морде. И нисколько не жалею об этом. За что? Поссорились? Я своему адвокату ничего не сказал, а уж вам. Сейчас речь идет об убийстве. Я вам уже говорил. Вы зря теряете время. О чем вы спорили с Юрисом в саду после обеда? А, это когда подошел этот незваный гость и попросил у него денег. Да, мы поспорили, и при том основательно. Тема. Возможность получения монокристаллического карбида силиция в условиях присутствия инертных газов в установке высокого вакуума. Понятно? Даже мне милиционер понятно. Вы сказали, Вилли спросил у Юриса денег? Следовательно, Юрис ему денег не дал. Нет. Сказал, ему самому нужны позарез. Мастерам платить. Интересно. А теперь я открою вам правду. Я его убил. Что? Я его убил. Вы же знаете, свет от погасшей звезды к нам идет сотни миллионов лет. Нам кажется, что мы видим звезду, а на самом деле ее уже давно нет. Вы должны были приехать сюда немного раньше. Послушайте, Алберт, здесь каждый из вас пытается чего-то недоговорить, чего-то утаить. Возможно, это не имеет никакого отношения к убийству. Но этим вы наводите на себя ненужные подозрения и помогаете скрыться преступнику. Сейчас главное найти мотив убийства. Ревность, месть, деньги. Почему Юриса убили именно здесь и в такой день, когда дом полон людей? Огромный риск. Очевидно, у преступника не было другого выхода. Он не мог ждать. Быть может, Юрий что-то знал, и надо было заставить его молчать. Почему вы не хотите мне помочь, Алберт?
Я хочу вам помочь. Ну, хорошо. Значит, вы говорите, этот Виллис подошел к Юрису и попросил у него денег. Прошу прощения. Как она у тебя оказалась? Чего вы так испугались? Перчатку никогда не видели. Странно. Погодите, погодите. Пахнет малиной, липкая. Она могла быть на руке убийцы. Дайте сюда. Ну, какого черта вы все хватали ее руками? Я не хватала. Она была у меня в сумке. Простите. Отпечатки пальцев. Мы об этом не подумали. Не подумали? Детский сад. Зачем вы сюда приехали? Я уже говорил, хотел сделать Юрису приятный сюрприз. Вы просили у него денег? Кто вам сказал? Да или нет? Да. Но Юрис вам денег не дал. Я его не убивал. Зачем вам нужны были эти деньги? Сейчас все объясню, все вам объясню. Уже 5 лет я стою в очереди на квартиру, безнадежно. И тут вдруг кооперативная квартира. В понедельник нужно нести деньги, и она моя. Понимаете, у меня одна комната в коммуналке. Там мы с женой, 2 дочки и притом теща. И вдруг 4-комнатная квартира. Первый взнос 6 000, 2 не хватает. Так вот, если до понедельника я их не раздобуду, все пропало. И я его не убивал. Сколько вы попросили у Юриса? 2000 рублей. Где у него лежали деньги? Откуда я знаю? К шкафчику в спальне подходили? Кто вам сказал? Значит, подходили. Я, ну, плохо себя почувствовал, думал, найду валидол. Нашли? Да, 2 таблетки под язык. А деньги? Какие еще деньги? Ну, те самые, 2000. Никаких денег не было, а валидол я взял и пошел вниз. И упали с лестницы? Да. Меня толкнули, уверяю вас. И вообще, я вам скажу, здесь творится что-то странное. Вы обратили внимание? 3 раза лаял телефон, 3 раза зазвонила собака. И еще эта перчатка. Перчатка летом. Меня кто-то специально толкнул. Слушайте, Виллис, можете вы, наконец, заткнуться? Слышите, опять 3 раза? 4. Что с тобой, Ирен? Что случилось? Кто кричал? Почему вы все здесь? Как почему? Чай, кофе варим. Я ведь, кажется, просил не слоняться по дому. Гир, там кто-то. Я видела. Где? И кого вы видели? Ну там. Да нет, ерунда какая-то. В окне. Ничего там нет. Стоял и смотрел на меня. Повторяю свою просьбу. Идите в комнату и не выходите оттуда. Вы думаете, мы пришли сюда, чтобы еще кого-нибудь убить? Шуточки у вас, Альберт. Четыре комнаты, 52 квадратных метра. Одна большая. И 3 маленькие комнатки. На солнечной стороне. 119-я серия. Паркет. 2 лоджии. 2 лоджии. Юрис сам мне их дал. Вначале отказал, а потом дал. 2000. В этой самой комнате. Никто не видел. Вы мне не верите. Ну, конечно, свидетелей ведь нет. Я уже у погреба знал, что подозрение падет на меня. Кто может подтвердить? Да, никто. Но даю вам честное слово, я не воровал и не убивал. 4 комнаты.
52 квадратных метра моей жене, дочкам, мне. Отдельная квартира, 119 серия. Одну минутку, Рен. Скажите, сколько сейчас времени? Не знаю, у меня нет часов. Посмотрите на тех. Угу. Попробуйте теперь точно вспомнить тот момент, когда вошел Юрис. Где вы были, что делали? Сидела там, смотрела журнал. Пожалуйста, сядьте там, где вы сидели, и в точности повторите то, что делали. Понятно? Угу. Журнал взять? Угу. Что я делал, Ирен? Я не видела. Когда Юрис вошел, я тоже... Все ясно. Да. Что вам ясно? В твоей шкатулке все на месте. Здесь ничего ценного нет. Я была готова ко всему, Гирт, но такого я не могла предположить. Я ждала всего, чего угодно, только не его смерти. Только не его смерти. Успокойся, Расма. Возьми себя в руки. Тебе надо жить. Как? Зачем? Тебе надо жить для сына. Все, этот проклятый дом. Юрис недавно сказал, этот дом нас погубит. Дом никого не может погубить. А люди? Друзья называются. Слетались, как мотыльки ночью на яркий свет. А сейчас, когда беда, каждый старается спасти свою шкуру. Мне кажется, этот дом как будто заколдован. Мы с каждым днем все больше отдалялись друг от друга. Не понимаю, почему. Почему? Не прикидывайся наивной, Расма. Почему, почему? И не пытайся себя убедить, что ты ничего не видела и ни о чем не догадывалась. Я больше чем уверен, что Юрис в какой-то степени сам повинен в своей смерти. Я это чувствую. Меня интересует, где вы все находились, когда Юрий сказал, что идет за вином? Вилис, вы сидели там? Да, возле музыки. А вы? Здесь, мой генерал. Да, но конкретно, где именно? Следственный эксперимент, понимаю, понимаю. Там я сидел. А вы, Ирен? Я уже говорила. Я сидела в той комнате и листала журнал. Люстра горела? Нет, нет, свечи горели. Здорово, да? Все точно так, как было. Расма, будь добра, сделай мне такую же свечу с цветочками. Хорошо. Я обожаю свечи. Сделаю даже две. Ирен, вы в той комнате листали журнал. Да-да. Идите туда и листайте. Прошу вас. Вы что делали? Я весь вечер сидел в музыке. Да-да, знаю. Ничего не слышали, ничего не видели. Через какую дверь вышел Юрис? Через ту. А через ту дверь кто-нибудь выходил? Я не видел. Не видел. А вы видели? Кто-нибудь входил, выходил? Нет. Я не видела. Вы же не давали нам такого деликатного задания? Следить друг за другом. Харалд, Харалд, видели, что я делал? Вы? Что я сейчас делал? Нет, я не видел, нет.
Отсюда вообще ничего не видно. Свечи мешают. Ясно. Значит, вы не видели, как сюда вошел убийца. Так кто же убийца? Вы говорили, что когда спустились вниз и зашли в эту комнату, здесь было темно. Да, было темно. А весь вечер горел свет. Не так ли? Но в тот момент было темно. Ирен, плохо. Идем. Сядь сюда, дорогая. Ирен, выпей кофе. Тебе станет лучше. Нормальная. Гирд. Разма. Пусть они уйдут. Оставьте нас. Я прошу всех выйти. Альберт, и вы уйдите. Пожалуйста, побыстрее. Идемте. Пошли. В кофе был яд. Почему вы так думаете? Я выдала их. Сказала, что они целовались. Глупость. Убийца бы уж тогда отравил меня. Ирен, милая, тебе не лучше? Альберт, отнесите ее наверх, уложите в постель. Ну. Это нервы. У тебя в доме есть яд? Да нет. Откуда? Как думаешь, отчего ей вдруг стало плохо? Она ждет ребенка, Альберт сказал. Святая невинность. Дина. Доброе утро. Я ведь просил всех оставаться в доме, никуда не выходить. Гирд, я видела лося. Я не могу прийти в себя. В голове не укладывается. Ужас какой. Мы всю ночь с убийцей под одной крышей. Дышим одним воздухом, пьем чай, общаемся. Когда вчера поздно вечером все собрались в гостиной, я вышла в туалет. Я слышала голос Юриса. Юрий шел по коридору и с кем-то разговаривал. Я была в туалете и слышала его голос. Просто беседовали? Нет, скорее ссорились. О чем шел разговор? Я не прислушивалась. О каких-то контактах, серебряных, то ли платиновых. О контактах? Да. Юрий сказал, я не могу больше молчать, столько металла. Второй что-то ответил. Кто был второй? Я не знаю. Он говорил очень тихо, я едва слышала. Почему вы сразу мне не сказали, Дина? Наверное, решили, что это ваш муж, не так ли? Гирд, поймите, для меня, как для актрисы, это настоящая трагедия. Вы сказали, серебряные, платиновые контакты. Вы не ослышались? Этот дом нужно покрыть медной крышей. Будет навечно. Такой же, как на Домском соборе. Я знаю одного деятеля, он может устроить. Всю крышу вынесет в портфель с завода, и никто даже не заметит. О, недавно я познакомился с таким несуном. 5 лет с конфискацией имущества. Не повезло, бедняги. С радиозавода 17 систем притащил домой. Нашли в кладовке. Спрашивают, где взял. Детали, говорит, купил в магазине. А собрать каждый дурак сумеет. Его просят, собери при нас. Не могу, говорит, стесняюсь, когда на руки смотрят. Вы уже знаете, кто убийца? Знаю. Кто? Пусть сам скажет. Чистосердечное признание и все прочее. Ни черта вы не знаете. Я бы на вашем месте так не говорил. Расма, я удивился, когда Юрис позвонил и пригласил меня на день рождения. Столько лет мы не виделись, и вдруг...
Я не подумал, что это связано с моей профессией. Просто на него нахлынули воспоминания юности. Юрис хотел со мной о чем-то поговорить. Мне уже до этого показалось, что здесь не все в порядке, что здесь в доме чем-то пахнет. У вас у каждого есть свои грешки, вы это хорошо знаете. Мило встречаетесь, поддерживаете приятельские отношения, все прощаете друг другу. Я искал и не находил мотивов преступления. К тому же я с самого начала допустил оплошность. Я не мог предположить, что преступник прибегнет к такому банальному трюку. Что еще за трюк? Убийца перевел стрелку часов назад на 20 минут, а потом не смог подойти к часам, так как все это время я крутился возле них. Наивно, майор. Да? В духе плохих детективных романов. Не так уж это наивно, Феликс, и вы это превосходно знаете. А все-таки почему Юриса убили? Это преступление должно было скрыть другое преступление. Знаете, что такое контакты в аппаратуре? Если завод, выпускающий несколько миллионов таких контактов в день, сэкономит на каждом контакте только 1 миллиграмм драгоценного металла, представляете, какая получится экономия? Несколько килограммов золота, платины и серебра ежедневно. Когда кто-то украдет паршивый кошелек, все кричат, он вор. А если кто-то изо дня в день обкрадывает государство, о нем говорят, он умеет жить. Мы уже привыкли не обращать на это внимания. Что вы нам забиваете голову всякой чепухой? Какое это имеет отношение к делу? Представьте нам доказательства. Мы все требуем доказательств. Есть они у вас? Доказательства? Они за замком, ключ от которого я нашел в руке Юриса. Это ваш досужий вымысел. Юрис разработал метод экономии драгоценных металлов. Нашлись оборотистые люди, которые внедрили это в производство. Но доходы шли отнюдь не в государственный карман. Юриса подкупили. Он нуждался в деньгах, болел ребенок, потом машина, этот дом. И его распредложение оказалось под замком. Феликс, ты это сделал? Что ты делаешь, Юрис? Нервы не выдержали. Нервы тут ни при чем. Хочешь выйти чистенький без воды? Поздно, дружок. Ты знаешь, что в этом ящике? Еще бы не знать. Твое великое рационализаторское предложение об экономии драгоценных металлов. Свинья. Ты тоже кормился из нашей кормушки. Все эти годы хорошо кормился. А жизнь твоего сына... Забыл, сколько все это стоило. Тебя убить мало, сволочь. Мой дорогой, ты увяз в трясине по уши. Мы с тобой связаны одной веревочкой на всю жизнь. Положи ящик на место. Ты что хочешь, чтобы нас с тобой к стенке поставили? Хотел убивать его. Мой подарок юбиляру. Вся эта благодать. Этот дом, эта загородная резиденция. Или вы думаете, все это можно купить на жалкие интеллигентские гроши? На зарплату инженера? Если хочешь нормально жить, возьми свое. То, что заработал своими мозгами, знаниями. Я хотя бы несколько лет жил по-человечески. И Юрий смог жить, но не пожелал. Я не хотел убивать. У меня не было другого выхода.
Thank you.